Ну, так получилось, что к 50 годам появились проблемы с венами. Дочь порекомендовала обратиться в скандинавский центр здоровья, где она уже проходила склеротерапию у флеболога Доронина Игоря Владимировича. Результат была очень довольна. На первом приеме уже у доктора я понял, что Игорь Владимирович высокопрофессиональный, опытный флеболог. Он рассказал, что происходит с моими венами и что нужно сделать, чтобы поправить их и улучшить здоровье. Он проинкавал радиочастотную абляцию. Была проведена подготовка и проведена операция. Операция прошла достаточно комфортно, немного по времени, непродолжительная. Вот. После операции я мог самостоятельно, в общем-то, дойти до дома и никаких проблем не испытывал. Уже через 2 недели я практически без ограничений мог заниматься спортом и трудовой деятельностью. Поэтому сейчас, уже спустя столько времени, считаю, что была операция проведена и вовремя, и качественно. Поэтому большое спасибо Игорю Владимировичу.